Нашел информацию про эту криптовалюту, SSV Network называется. Binance поддерживает ребрендинг Blocks SDT на SSV и план деноминации токена. Поэтому будет план деноминации 100 к 1. Что такое Blocks? Вы можете вот почитать, остановить это видео. Что такое токен SDT? Особенности Blocks. Собственно, все. Не буду рассказывать про эту криптовалюту. Важно показать вам первые минуты листинга любой криптовалюты и этот результат. Всем доброе утро. Сегодня будет листинг SSV с торговыми парами BTK и ETH. Спасибо нашему подписчику, который обратил внимание, что есть такой листинг, о котором никто, в принципе, особо не знает. Осталось 3 минуты. Мы для вас, как и всегда, делаем эксперименты и записываем первые минуты после листинга, чтобы вы понимали, что происходит в первые минуты после листинга, потому что многие видят большие проценты и думают, что они также могут заработать. На сегодня я сейчас купил на 11 долларов, или 10.74, да, точнее сказать, биткоина для того, чтобы попробовать купить в начале этот токен, за сколько его можно было бы купить и смогу ли я заработать. Понятно, что заработать крайне опасно, но поскольку люди не понимают, им нужно постоянно, скажем так, показывать пример, чтобы они не попадали в подобные ситуации, не тратили свои деньги, большие деньги или маленькие деньги, неважно, любой минус – это неприятно. Также посмотрите на примере с Lazio, который был листинг вчера. Я тоже провел эксперимент для вас, и там просто удивительный минус. Минус 51% был. Если бы я купил, как и все другие люди, которые думают, я сейчас быстро заработаю 2000%, как Лацио показал вчера, на 10 тысяч и прям заработаю миллион, то наоборот, сумма была бы минус 51% с любой суммы. Итак, смотрим первые минуты. Я выставлю рыночный ордер, чтобы мочь возможность купить его по рыночной цене. Купить до листинга нельзя, остается только ждать. Как всегда, первые секунды, но нету стакана и купить ничего нельзя. Вот появилось у нас. Покупаю. Ну и ждем. Да, у меня SSV 0,04. Сейчас смотрим на то, что цена прыгнула на 4,9. И посмотрим, насколько я купил ее. Как вы видите, я купил эту валюту за 394. 0,4. Как вы можете заметить, у меня сейчас 7 долларов 43 цента по этой криптовалюте. И на споте еще по биткоину 0,78. То есть уже минус 20% просадка. Цена очень сильно идет вниз. Уже минус 35%. Стоимость 6,61. Поэтому, ребята, посмотрите листинги, которые мы для вас записали. Несколько лет мы записываем листинги. И посмотрите, что если вы покупаете в первые минуты, это опасно для того, для ваших же денег. Здесь вот цена уже отскочила на 13,8%. Но, конечно же, можно... Вы скажете, так можно же купить вот зеленая свеча? Можно купить, только нужно успеть продать, правильно продать, потому что цена сейчас, ну, как вы будете видеть, волатильность будет большая. Вот если бы вы сейчас купили и не продали, скорее всего бы вы были в минусе. Может быть, со временем цена, конечно же, поднимется вверх, но это нужно видеть, читать графики, в первую очередь учиться, потому что трейдинг это, я считаю, нелегкое дело. Вы можете зарабатывать в том случае, если когда все цены
снизились, нам очень большой процент, как было несколько месяцев назад, тогда купить ее по выходной цене и просто ждать несколько месяцев, а может и лет. И тогда вы получите профит, как на примере по биткоину и всем другим криптовалютам, которые упали и сейчас выросли. Но это на листингах, да, скажем так, это не заработок. Это все слив денег в большинстве случаев. И посмотрите, пожалуйста, наше видео, которое мы записываем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и смотрите лучше на ошибки других людей, что они говорят, и не делайте поспешных действий. То есть не влезайте в сделки необдуманно и неосмысленно. На сейчас у меня минус примерно 20%, может быть 21%. То есть у меня было 10 долларов с копейками, 10,7, например. Сейчас у меня около 8, то есть 7,33 и 0,78 на споте. Я думаю, что показав вам сейчас реальную покупку криптовалюты, я, конечно, купил ее не за 0,4, 0,49, я купил ниже, но вы видите, что вот это первые минуты после листинга, они дают большие минусы. Минус 61%, плюс 17 и 13. И потом, когда вы покупаете, уже когда цена растет, и то она непонятно сейчас растет или нет, возможно, она просто делает, просто заходит много людей, они выкупают, но те люди, которые держат эту крипту в больших количествах, они просто начинают ее понемножечку распродавать. Здесь они зафиксировали, когда цена вырастет, они еще раз зафиксируют, и цена будет так вот колебаться с большими минусами, а люди, которые будут заходить, они просто будут отдавать свои деньги. При том, что крипта немножечко выросла, у меня все равно особо минус не поменялся. Подписывайтесь на наш канал, смотрите прошлое видео про Лацио, как я провел эксперимент. Смотрите несколько видео в телеграм-канале, я также их отправлял для новичков в такой список моих советов. Посмотрите его и не делайте больше глупостей. Всем удачной торговли, всем пока.